Как тебе? Шикарная. Прям танк. Новая. Обижаешь. Прямо из салона. Угу. Держи, зять. Танк твой. Это мой скромный подарок вам с Анютой на свадьбу. А то как-то некрасиво мою дочку на такси возить. Я понимаю, Матвей Семенович. Вы меня извините, я не могу принять этот подарок. Но вы поймите, на такую машину нужно самому заработать, а не у тестя брать. Правильно? Это окончательное решение? Абсолютно. Ладно, хорошо. Может, с машиной это перебор, но ипотеку за квартиру я могу заплатить? Там полсумма осталась, я узнавал. Матвей Семенович, ну вы же сами рассказывали, что когда-то начинали с нуля. Чем мы с Аней хуже? Вы не волнуйтесь, мы проживем на мою зарплату. Молодец. Пойдемте лучше к нам. Аня там грозила что-то сама приготовить. Я уже поел. Ты иди, я тебя сейчас догоню. Хорошо, все, ждем вас. Степан Ильич, привет, дорогой. Ставропольский беспокоит. Слушай, не в службу, а в дружбу. Мне тут надо одного толкового паренька на хорошую должность устроить. Ну, конечно, личная просьба. С меня причитается.